мы уже почти на финише. Хотелось бы очень спеть одну песню, которая... Это музыка Виктора Берковского, стихи Акуджавы и не очень длинное название. Песня о том, как нам с Зиновием Гертом, все вы знаете, оттуда, было некуда торопиться. То есть очень долгое время как бы должна состояться эта встреча Акуджавы и Герта, все откладывалось, в итоге появились такие стихи. А какое-то время спустя, также с Акуджавой никак не мог встретиться Берковский, и потом он написал эту музыку. Итак, песня называется «Божественная суббота». У нас сегодня не суббота, а четверг. Но я думаю, что состояние, настроение, оно очень созвучно тому, что, так сказать, о чем говорится в песне, вот, о том, что действительно, как и предыдущая, жизнь наша коротка, и надо спешить жить, спешить любить, спешить делать добрые дела. Итак, «Божественная суббота», Акуджава Берковский. Божественной субботы хлебнули мы глоток от дома и работы, укрылись на замок. Несуетная дама, ни улиц, ни тишня нас не коснутся с дяма до середины дня. Как сладко субботой, еще такой субботой.